11 декабря в России вспоминали жертв чеченских кампаний, а также тех, кто погиб в ходе локальных конфликтов на территории нашей страны. Памятное мероприятие прошло и в городском округе Щелково. В театрально-концертном центре «Щелковский театр» собрались представители местного отделения общероссийской организации «Боевое братство» и родственники бойцов, не вернувшихся с войн. Присутствующие почтили погибших минутой молчания. От всей души и всего сердца мы сегодня и каждый год отмечаем этот день. Да, это очень тяжело, не только вам, но и мне. Так же, как участнику боевых действий в Афганистане. Нет большей любви, чем отдать душу свою за други своя. И вот если говорить о Чечне, об Афганистане, 550 тысяч прошло ребят через эту войну, 15 тысяч из них погибло. Более 15 тысяч погибло, да. И каждый из них совершил свой святой подвиг.